Приветствую вас. Вы знаете, какая история, какой момент? Дело все в том, что можно расположить к себе девушку, можно это сделать, но только при условии, если вы будете оказывать ей знаки внимания. Если вы будете оказывать ей знаки внимания, и если, соответственно, вы будете давать себе время. Ну, то есть, да, как бы. Вот. Вот такая вот история. То есть вам нужно время. Вам нужно время. Много времени и, соответственно, такая тема вот. Вот. Значит. Но. По факту, да, вы сейчас играете в роли спасителя. Вы сейчас играете роль спасителя. То есть вы пытаетесь спасти ее. Это не получится. Как бы. Ну, не получится ее спасти. Потому что ей это не нужно. Просто-напросто. И это не нужно. А вот для чего вы хотите ее спасти? Зачем вам это нужно? И почему у вас это вызывает вот такие чувства? Да? Это уже большой-большой вопрос. То есть, как бы, неблагополучных семей, в общем-то, много, у которых вот, у которых есть такие проблемы. И дети у этих неблагополучных семей, да, они как бы тоже дети есть, и они тоже ведут себя достаточно, ну, негативно, вот, так что, соответственно, это их путь, это их выбор, и спасать никого не нужно. Вы же управляющий общежитием, да, вы же не там благотворительный фонд какой-нибудь и так далее. Поэтому мне думается, что расположить вы ее можете только вот оказывая ей знаки внимания, да, и периодически там что-то делая для нее, вот. То есть периодически, ну, делая что-то, ну, для нее, да, вот. То есть как-то, ну, демонстрируя ей,
свои хорошие намерения, свои адекватные намерения и так далее. Вот. А это единственное что, потому что, ну, подобного рода дети, они не могут, как бы, легко идти на контакт с родителями, да, с взрослыми, вот, им тяжело всё, потому что, ну, у них вот в семье такая вот атмосфера не очень хорошая, да, да, вот, и, соответственно, это нужно обязательно учитывать. Значит, это нужно обязательно учитывать, потому что спасти всех детей вы не сможете. Спасти этого ребенка, скорее всего, не сможете тоже. Вот. Ну, просто потому что, да. Вот, ну, такие вот дела, такая вот история. В принципе, все, то есть, как бы, что вам добавить, да, я здесь, собственно говоря, не знаю, что еще можно добавить, потому что, как бы, непонятно просто, с чего вы решили, да, что девочка должна располагаться к вам. Непонятно, почему вы переживаете за нее. Почему вы, вот, как бы, не принимаете ее выбор. Почему так происходит? Ну вот, это вот все эти вещи, они не ясны. А выяснить нужно. Так что будем разбираться, зачем вам ее спасать. Ну, если вам хочется ее спасти. Как вот, ну, вы говорите, да? Как вы описываете. Вот, в принципе, на этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы ко мне, то пишите в личку «Возврат помочь». Я вам желаю всего самого доброго и удачи.